Everybody sing that shit. Привет! С вами Кизомба подкасты. И сегодня мы расскажем, почему так важно собирать ноги в кизомбе. Когда мы стоим на месте, нам нужно поставить ножки близко друг к другу. Представим, что мы стоим на рельсах, которые продолжаются из наших стоп в обе стороны. Во время движения мы можем перемещать ноги только по этим рельсам, не вынуждая рельсы разбегаться широко друг от друга. Если мы хотим повернуть, нам нужно двигаться так, чтобы изгиб был у обоих рельс. Другими словами, меняя направление движения, мы стараемся пронести свободную ногу поближе к опорной и не срезаем путь. Когда мы хотим шагнуть в сторону, нам нужно проносить свободную ногу возле опорной ноги, а не срезать траекторию. Собирать ноги – это важно. В первую очередь это касается девочек, ведь широко расставляя ноги, мы теряем женственность, а собирая ножки, мы эффектно подчеркиваем круглость бедра. Нам, парням, нужно помнить о том, что партнерша в танце нас зеркалит. Если мы во время своего танцевания будем ставить ноги широко, то ей тоже придется так делать. А если мы будем собирать свои ноги, то у партнерши будет возможность танцевать красиво. Мальчики, ставя ноги широко, вы подставляете партнершу, с которой танцуете. Партнеры делают это не специально, а от невнимательности. К тому же, нам, парням, самой природой велено широко ставить ноги, чтобы занимать больше места и выглядеть посолидней. А в танце мы целенаправленно собираем ноги для того, чтобы наша партнерша выглядела эффектно. Девочки порой широко ставят ноги, опасаясь наступить на ногу партнеру. Но для того, чтобы не наступать друг другу на ногу, нужно вовремя и правильно переносить вес. И эту тему мы рассмотрим в следующем Кизомба подкасте. А разве можно научиться танцевать, ни разу не наступив на ногу партнеру? Мне кажется, что нельзя. Так же, как нельзя стать крутым вратарем, не пропустив на тренировках ни одного мяча в ворота. И нельзя стать чемпионом по боксу, не пропустив ни одного удара. Так что и в танцах. Девочки, не бойтесь наступить на ногу партнеру, особенно во время обучения. Главное, чтобы на вечеринках вы выглядели красиво. С вами были Кизомба подкасты. Собирайте ноги. И до новых встреч.